смогу справиться с Менендесом, пока не пойму, как этот гад мыслит. Салазар, тебе же его легенды известны, как никому другому. За что? За что он так сильно нас ненавидит? Ту примера Гера Фрия. Он с детства наблюдал, как Контрас насилует и истребляет его народ. Потом, в 72-м, было сильнейшее землетрясение. Его семья потеряла все. Год спустя, единственный дорогой ему человек, его сестра Жозефина, сильно пострадала при пожаре. Рауль с отцом начали все заново. Продавали наркотики ради быстрой наживы. Они обрели богатство и могущество, стали легендой Манагуа. Картель Менендеса стал практически неприкасаемым. ЦРУ по приказу правительства США ликвидировало отца Рауля. Ага, и он возненавидел Америку и начал поставлять оружие в Афганистан, попутно собирая личную армию. И ЦРУ устроило охоту на него в Кабуле. Этот снимок нам Вудс показывал, помнишь? Видишь этого красавца? Это я. А этот страшила? Твой папаша. После Вьетнама он стал очень опасным.